20 января – день рождения основоположника узбекской драматургии Махмуд Ходжа Бехбуди. Великий сторонник просвещения не только владел несколькими восточными и западными языками, но и широко пропагандировал общечеловеческие ценности. Он написал десятки произведений, свыше 200 статей. Доказал, что с помощью знаний можно многого достичь. Памяти выдающегося писателя посвящена международная конференция в столице. Работа международной научно-практической конференции началась с анализа произведений великого мыслителя и основоположника узбекской драматургии. Через призму его личности и исторической роли спикеры, а это отечественные ученые, а также специалисты из Германии, США, Турции и других стран, раскрыли общественно-политические, интеллектуальные и культурные процессы в регионе Средней Азии. Организаторами мероприятия выступили Министерство высшего и среднего специального образования и инновационного развития, университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. В первую очередь я хочу сказать, что проведение подобных конференций – это большое достижение для университетов Республики Узбекистан. Подтверждение международной конкурентоспособности сегодня является очень важным для каждого учебного заведения. Хочу отдельно отметить, что университет журналистики Республики Узбекистан совершает колоссальный прорыв в области обретения международной репутации, в области проведения международных научно-рецензированных конференций, в области определения тематики данного мероприятия. Я очень долго смотрела и изучала тезисы, поданные на данную конференцию, я была очень удивлена тому, насколько качественными были работы, насколько качественно и научно они были проанализированы. Все научные работы были проверены через антиплагиат. Это полное соответствие международному стандарту публикации. Хотелось бы еще рассказать, что данная конференция несет очень важный и приоритетный характер для публицистического направления в республике, да, в стране, для развития научного именно в области журналистики. Мне бы очень хотелось, чтобы количество таких конференций увеличивалось, и хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей могло изучить и посмотреть материалы данной конференции, которые будут доступны онлайн на сайте Research Support Center. Конференция, приуроченная к 146-летию со дня рождения великого мыслителя, призвана повысить качество и результативность исследований в данном направлении, а также наладить долгосрочное научное сотрудничество между молодыми учеными нашей страны и их зарубежными коллегами. Десятки присланных научных тезисов, связанных с наследием Махмуд Ходжи Бехбуди, будут индексированы в международной базе данных Google Scholar. Далее каждая работа получит свой цифровой номер. Это послужит более глубокому и всестороннему изучению и популяризации жизни и творчества известного просветителя, одного из видных деятелей джадидизма, выдающегося литератора и драматурга.